Мысли Веры. 30 марта. Никогда не покинут. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 19 стих. Задумайтесь о том, что сделал для нас Христос, когда мы приняли Его в свое сердце. Он избавил нас от наказания за грех. Он забрал наши грехи, отделив их от нас и похоронил их на дне моря своего забвения. Книга пророка Михея, 7 глава, 19 стих. Бог не может помнить наших грехов, и Он их нам не вменит никогда. Когда грех становится для нас привычкой, Бог воспитывает нас, как любящий отец, без осуждения, желая вернуть нас в лоно должных семейных отношений. Исправление Господне нежно и неизменно служит нам ко благу. Он протягивает свою руку и жаждет вернуть нас домой, когда мы забредаем в сторону. В Эдемском саду, после того, как Адам и Ева согрешили и пытались спрятаться, Бог звал их, вопрошая: «Где вы?» То же самое Он делает и с нами. Он никогда нас не покинет. Он сотворит в нас чистое сердце и обновит в нас дух правый, если мы к Нему обратимся. Он вернет нашу радость и поддержит нас. Какое чудо быть спасенным! Карл Стивенс.